Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная Атака 2. Собираем с тобой 14 карточек на Вилли. Так, сколько у нас денег? 64 монеты. Что я могу себе позволить за эти 64 монеты? Прокачать нашего бойца. Так, отлично, спасибо за подсказочку. Мы до туда сегодня, я думаю, доберемся. Так, Ларри, давай-ка мы тебя улучшим, родной ты мой. Я, видимо, могу еще тебя, да, улучшить, но хватает. Четвертый уровень. Слушай, ну это прикольно, ребята. Так, и 50 монет нам нужно для того, чтобы поднять ему на пятый левел. Ну что, будем брать, наверное, нашего Джо, как всегда, по стандарту. Так, где у нас Джо? Да ё-моё, вот он. Поехали. Второй уровень. Наверное, еще серии 2, и мы пройдем с тобой игру. Оказывается, монстры существуют. Ты серьезно? Ты сейчас это серьезно говоришь? Оказывается, монстры существуют. А до этого с кем мы, блин, с тобой дрались? На постой, я тебя сейчас пернул. Ой, не то, ребята, я делаю. Слушай, я же забыл здесь эти... Как их там, не бобры, а как их величать-то? Я уже запамятовал. Ладно, будут бобрами. Слушай, он достал. Ну-ка, давай. На, получи, распишись. Так, пока они там галюнят, мы их будем дальше бомбить. Шикарно, согласись. Просто великолепно. Так, минус. Переключаемся. Готов. С крокодилами вообще на изи справляемся. Так, я когда-нибудь себе горючее накоплю или нет? Слушай, а почему у меня бензин, ребята, не копится? Он же вроде раньше за души копился. Или я путаю чего-то? Так, тихо, последняя волна. Куда, бобры, прете? Так. Нормуль. Так, давай этих бомбить. Давай перезарядку быстрее делай, родной мой. Ты же видишь, напряженная обстановка в стране, ё-моё. Так, отлично. Отлично. Норма. Шикарно. Пошел прочь. Ну что, мелкая крыса, готова? Фух. Смотри-ка, справились мы с тобой здесь. Ну что, друзья мои, надеюсь. Да ладно, ну почему так получилось, а? Ну почему ты такой грустненький? Ну что нам в этом сундучке выпадет? 29 монет плюс волосач и сварщик. Слушай, я ведь могу сейчас кого-то прокачать, да? Кого? Наверное, будем прокачивать Ларри. Ведь должно у нас с тобой хватить монет. Он 50 стоит. И получится у него следующий, ребята, уровень, да? Пятый. А на пятом уровне что у него открывается? Ага, кузен Рой. Окей. Ну что, я возьму, наверное, пока его, ребята, на третий этап. Пойдем, посмотрим, как он будет здесь справляться. Очередной день на болоте. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, родные мои. Че вы буяните, эй? Не такие деловые они тут, смотри-ка. Эти с касками прут. Так, кузен, комарики по твою душу прилетели. Защищай меня от них. Так, бросаем с тобой. Опа. Нормуль, куда ты прешь, а? Бобриная ты шкура. Так, слушай, надо бомбить. Отлично. Стреляем. Никому не даем пощады, ребят, никому. Так, там бобры. Давай, перезаряжайся. Красиво. Так, давай еще, наверное, бросим с тобой одну, да? Вот, то, что нужно. Они как раз, ребята, и немножко глючат, да? И в этот момент они еще и подгорают. То есть они горят. Это то, что нам нужно. Так, комарики на воздушном шарике, пошли прочь. Ага. Типа я тебя не вижу, да? Ну куда ты идешь, а? Куда ты идешь со своим автоматом? Вшивым. Так, тихо. Крокодильчики, успокоились. Бросаем раз, бросаем два. И бобры. Они же так медленно идут. Почему не успевают до меня дойти, а? Тихо ты! Я думаю, что там такое? Он пилит уже, ты понимаешь? Пилит мне мой плод.
Фух, бонус за здоровье 400 очков. Мало, ребята, мне главное, чтобы... Вот, главное, чтобы эти были светлячки у меня веселые. И как только они веселые, ребята, и мне сразу становится весело. Так, бонус 36 монет, плюс Sony и сварщик. Ну что, друзья мои, а мы продолжаем. Я, наверное, оставлю пока Ларри. Мне, в принципе, он заходит. И у нас это будет четвертая миссия. Кстати, а что у нас в магазине? Надо будет зайти и посмотреть, что там у нас продают. Так, туман. Туман — это плохо. Из-за тумана я много чего не вижу. Ну давай ты, господи, стреляй. Видишь, там уже крыса вон стоит. Бомбит по мне из-под тишка, издалека. Так, скунс бежит. Скунс, вонючка. Так, пускай горит. Ну. Так, этих только тут не хватало мне. Да вы серьезно, блин? Ух. Твою ж налево забрасывает меня просто-напросто, а? Да что ж тут творится-то? Крокодил в отродье лезет тут, а? Блин, срочно бросаем. Ну ты совсем, что ли, оборзел, а? На. Стоит там, строчит. Так, в минус. Да, в минус. Этот с аркебузой сейчас отдуплится. И остался хорек. Ну и скунс. Все, ребята, прошли, слава богу. Ну что, нам дают с тобой 500 бонуса за здоровье. А здесь в плане, а почему так вообще, ребята, грустно? Ты посмотри, ничего не получили. Зашибись. Зато мы получили здесь награды неплохие, кстати. А почему так вышло-то все? А? Скажи-ка мне на милость. Почему они грустненькие? Меня такой расклад не устраивает. Так, смотри, у нас с тобой следующая миссия. В этой вообще не получили улыбочек. Слушай, дай-ка я переиграю. Меня, ребят, такой расклад не устраивает. И я хочу сыграть за Джо. Так, секунду, здесь мы вот так сделаем с тобой. Пошли, я этот уровень должен пройти, ну извини меня. Ни одного светлячка из тумана. Давай. Сейчас вам дядя Джо покажет, где раки зимуют. Да? Мы покажем же? Мы обязаны показать. Бросаем. Пока он там галюнит, мы его подбиваем. Пошел прочь, крокодил. Бросаем. Оглушили. И расстрел, конечно же, сразу расстрел. Крокодил, вали. Отлично. Так, смотри, смотри, смотри. С аркебузой тут. Упс. Ну. Да чтоб тебе. Ты смотри, как строчит, а? Настырный. Ну давай ты, блин, Джо, перезаряжайся, как старый дед, блин. Ага. А вот у нас с тобой и канистра. Давай, 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 давай. Да, действительно, замедляет очень хорошо, ребята. Это мазута. Фух, ну я надеюсь, на три светлячка мы с тобой здесь потянули. А ну-ка покажите. Да что ты будешь делать? Ты прикинь, нифига, ребята, не получилось. А в чем прикол? Я вроде бы все делаю замечательно. И опять они все грустные. Ну, может быть, нам кого-нибудь другого взять, как вариант, и попробовать. Или пойдем с тобой вот сюда вот. Ну и вот нафиг, этот уровень какой-то сам по себе непонятный, странный, глючный. Так, защита куриц. Вот сейчас буду защищать куриц от этих черепах чертовых. Ну. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да отвали ты. Вот куда ты прешь, а? Ты посмотри, что хавают моих куриц, а? Бедных. Да чтоб тебя, ты посмотри, что происходит, ребят. Ну. По-моему, нам пора с тобой переключаться, да? На серьезное оружие. Ага. Окей. Ну что, выкусили? Шпана. Так, подожди. Ну, ты долго там будешь перезаряжаться-то, господи.
Блин, сейчас эту курицу съедят. Давай, давай, это последние враги. На тебе. Фу, друзья мои, все отлично. Так, бонус за идеальное здоровье 4000, а что у нас последнее? Вот, вот это я понимаю, вот это хорошо было. Блин, а почему же там нам не получилось? Так, сундук шикарный. Опачки, бабуля Мау. Это, судя по всему, наверное, этого вьетнамца, да? Бабуля Мау. Жена вьетнамца, короче. Наверное, я так понимаю. Ну что, будем сейчас с тобой читать про нее, смотреть. Такая в бегудях, все дела. Где же ты у нас, бабуля Мау? Давай посмотрим. Так, она у нас вот. Что у нее в руке? Огнедышащий дробовик. Обеспечивает хорошую защиту, но может провоцировать возгорание. Отлично подходит для уничтожения нескольких целей разом. Вот это то, что нужно. Ну, граната, это понятное дело. Мы ее сразу улучшим с тобой до второго уровня. Отлично. Так, и почитать нужно про нее. Бабушка любит крушить и играть с огнем. Если, конечно, не спит. Но, я так понимаю, эта бабуля спать не будет. И мы с тобой сразу идем тестить ее на шестой уровень. Так, а тут черепаха там где у нас находится? На 15-м? Кровососы. Блин, ну как бы тебе сказать, вроде бы неплохо, но... Блин, зараза. Комарье тут. Я думаю, где, чё, как, почём. Тут комарьё у меня вокруг летает. Очень сильно раздражает. То есть она выстреливает. Блин, мало, мало, конечно, уровень маловат будет. Ой, ребятушки, не потянуть бабулечки Мау в одно лицо против этих всех шнобелей. Как ты понимаешь, да? Не справится. Только лишь из-за урона. Блин, ну что поделаешь, придется переиграть. Только переигрывать мы будем, конечно же, не бабушкой. Да, выйти. А будем брать с тобой кого-нибудь другого. Бабулю уже когда качнем хотя бы на уровень 5, чтобы у нас хотя бы кузен появился. Тогда, да, будут другие совсем разговоры. Так, Вилли. У нас с тобой еще здесь, по-моему, да, на Джо есть одно сердечко. Поэтому я, наверное, буду за него играть. Шестой уровень нужно пройти. А там же, если будут выпадать карточки, то, соответственно, будем сразу прокачивать. Видишь, как Джо бомбит, извини меня. И как бабушка Мау. Джо достаточно 3 выстрела. Ну и плюс у нас есть кузен, да? Ну, так, этого комара надо валить. Точнее, муха жирная. Так, в плане, не добидышь. Ну куда ты вот прешь? Прет он там. Нормуль. Минус. Пошел прочь. Так, летят, да? Летят, бегут. Так, давай бросать с тобой. Ой! Блин, слопал и улетел довольно. Я-то посмотри на него. На эту муху навозную. Давай, давай, не уступаем. Никого не жалеем. Просто бомбим и все. Куда ты идешь, а? Бобрик. Не-не-не-не-не, родной мой, стой на месте. Так, с комарами справились. Очередная порция крокодилов. Да, Джо в разы быстрее даже стреляет, наносит урон, да и перезаряжается он быстро. Ну, вот они, отрядики, идут. Ну давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так, муху, пожалуйста, кузен, завали эту муху. Так, у меня же горюшки еще есть, ё-моё. Оу, шик и блеск. Очень сильно мы замедляем, когда вот эта вот мазута лежит на воде. Бонус за здоровье 1300. Ну-ка, отлично, светлячки довольные, радостные. Ну, а мы с тобой продолжаем. И у нас, кстати, закончилась энергия за Джо. Так, пейпер, который мы можем с тобой улучшить, Уэй и гемы. Слушай, с гимами в последнее время нам везет. Выпадает и выпадает, и это очень хорошо. Так, ну что, седьмой уровень. Вот в чем разница между уровнями с черепками и обычными уровнями? Я так и не понял. В магазине что-нибудь есть? О, бесплатно, заберем.
Так, здесь мы можем приобрести 5 карточек на... Я уже забыл, на Sony. Так, 50 за 10 гемов. Ребят, прикинь. На Way, давай возьмем. Приобретено. Окей. Ну что, пока здесь все. У нас с тобой 194 монеты. Я думаю, что надо кого-то прокачать. Это может быть наш... Я уже забыл, как его звать. У меня все бабушка Мау в голове. Вэй, конечно же, это Вэй. 250 монет. Нам не хватает еще 60 монеточек. Ладно, потерпим мнение к спеху. Будем тогда с тобой играть за Сварнова. Потому что у него энергия есть, а у Джо нету. 7-й уровень. Так, у нас же здесь еще спутник. Точно, с которым я так и не разобрался. Что же он там делает? Давай самое время протестить этот спутник. Так, ага, эти я могу уничтожить, ребята, понял. Давай бомбить. Блин, как долго-то. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, хорош, родные мои. Они не хотят меня слушать. Во, погнали. Спутник есть, поехали. Что там пикает? И это все, что он делает. Друзья мои, я не могу справиться. Меня сейчас раздавят здесь. Прикинь, чтобы сварщик наш и не справился. Офигеть. Да, я хочу выйти. Блин, а что ж тогда нам там с тобой делать? Может быть, взять Вэя? Или кто у нас тут еще? Волосач не пойдет. Давай попробуем Вэя взять. Может быть, он здесь справится. 7-я миссия. Блин, да видишь, вот эти вот трубы стоят здесь рядышком. Очень сильно они здесь мешают мне. Так, попробуем с собой вот так вот сделать. Но. Давай ты перезаряжайся, господи. Есть. Минус одна труба, друзья. А эту я могу подбить? Да. Ну, давай, последний залпик. Хрен с ним, расстреляем. Давай, перезаряжай. Сколько там осталось? Я не могу понять, сколько осталось здоровья у этой фиги. Во, все, разнес в хламину. Бросаем вазу. Ну, я так и думал, что это и есть авианалет. Отличный авианалет, на самом деле. Очень шикарно уничтожает. Вообще, дядя Вэй, не знаю, он какой-то самый, по-моему, имбовый. Я тебе уже давно об этом говорил. Особенно вот у него, извини меня, фейерверки. Это что-то с чем-то. Урон наносит офигенно, быстрая перезарядка. Круто, короче. Ну, что же, давай с тобой двигаться дальше. Так, бонус. Монетки, так, Фрости. Ага, и бабуля Мэй. Вэй, Мэй, Мау. В общем, мы бабулю можем с собой прокачать. Но я все-таки коплю монетки для того, чтобы прокачать нам Вэя. И нам не хватает еще 30 монет. Ну что же, двигаемся с тобой на 8-й этап. Нелетная погода, говорят нам. Вау, лис. А что у него там в мешочке? Что он там несет в мешке? Скажи-ка мне на милость. Не-не-не-не-не-не-не, это слишком... Блин, ну вы достали меня. Вы меня просто достали. Чё, а? Выкусили? Дед Вэй никого не прощает. Ничто не забыто, никто не забыт. Курицы? Что еще за курицы, ребята? Нормуль. Видимо, эти курицы, ребята, типа взрывные. Наверное, это так будет выглядеть. Так, бросаем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, давай еще. Слушай, ну вы меня вообще радует. Я просто нарадоваться не могу. Он имбовый.
Серьезно тебе говорю, авианалет это что-то с чем-то. Уничтожает практически все, что здесь находится. А если кого-то не добивает, то тот просто оглушенный стоит и дуркует. А мы в этот момент его просто расстреливаем. Так, ну что, монетки. 31 штука, замечательно. Так, пейпер, волосач и билетики. Так, ну что, я теперь могу прокачать себе Вэя по фулке, получается. До последнего уровня, да? А ну-ка, 250, отлично, друзья мои. А в плане до последнего уровня он и так у нас прокачан. Но тем не менее, ребята, у него, смотри. А как вот это вот прокачать можно? Я не знаю, ребята, китайскую ракетницу, наверное, никак. Но и вот это вот почему-то не прокачивается. Видимо, ребята, это будет у нас в дальнейшем обновлении, когда мы с тобой сможем прокачать. Или, вот смотри, я уже сколько уровней получил, да? До сих пор ни одной звездочки нету. Интересно. Так, ну что, 9-я миссия у нас с тобой. Поехали, будем играть с тобой опять же за Вэя. Он хорош. Рой. Да ладно, лисы, блин. Ты сейчас серьезно? Так, лис надо валить. Так, теперь... Так, по-моему, пора брать хлопушки наши. Да-да-да-да-да. Хлопушки нам в помощь, друзья. А то что-то уж больно тут раздухарились. Все, выкусили, засранцы. Вазу вам. Так, Вэй, держись, родной. Шикарно. Так, следующая волна. Харе. Петушара, как всегда. Блин, рановато я бросил. Рановато. Ну. Давай, Вэй, последний. Твою ж налево, закончилось у нас все. Бросаем вазу. А, интересно, как мне вот с этим... Как мне с ним сразиться? Видосик. Так, ну что, давай добивать тогда уже. Осталось совсем чуть-чуть. А, это и был последний крокодил, да? Ну что, бонус за идеальное здоровье 4000. Соответственно, все полностью у нас тут. Улыбочки, как говорится, и наши светлячки. Так, бонус 3. Здесь у нас 47 монет. Сони. Бабуля Мэй. Надо будет ее прокачать. Бабулю эту Мэй. Вот то, что хорошо, у нее дробовик, ребята, с эффектом поджога. Но все равно еще уровень у нее слабоватый. Второй, это получается сейчас будет третий. Мы можем ее, наверное, прокачать. На четвертый хватит нам? А, нет, не хватает карточек. Все, я понял. Ну что, 10 уровень. Возьмем, наверное, с тобой Сони. Тут осталось немножечко, ребята, и мы получим с вами супер-пупер приз. Давай-ка попробуем, как Сонька будет себя чувствовать. Старая крыса с пистолетом. Старая крыса с пистолетом? Это к чему это сказано было? Эй-эй-эй, надо эту фигню... А, я не могу уничтожить, да? Эту трубу мне не уничтожить. Так, куда вы, крысы вонючие, ползете, а? Ну, блин. Давай, Сони, наяривай. Пока все хорошо получается. Комарья дофига. Москиты эти фиговы. Так, крысу, ой, крысу, лису. Ага, да выпендривалась. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну так дело не пойдет, ребят, ну что это? Ну что это за промахи такие, а? Непростительные. Фух, главное, что я отбился. А эту, да, действительно нельзя подбить. Потому что это труба не ржавая, не треснутая, да? Зато идеальное прохождение. Ну что, переходим с тобой, естественно, на следующий уровень. Так, бонус 4. Максимальный, я так понял, бонус 5 у нас. Сони и волосач. Замечательно. Мне бы побольше карточек на бабулю Мэй, да? Я буду ее называть Мэй. Бабулю Мэй, чтобы нам ее прокачать. Я не могу ее хорошенько сейчас протестить, насколько она хороша. Люби врага своего, говорят нам. Ненавязчиво, да? Эй-э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 й. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бобёр этот.
Нет, Соня, ты, конечно, хорош, но вот то, что у тебя нет второго оружия, это меня немножко напрягает. Меня это напрягает. Вэй в этом плане, конечно, круче будет. Так. Вот так. Пошли прочь. Не подходите. Крокодил в отроде. Так, пол волны прошли. Минус. Минус. Так, вы опять идете сюда, а? Ну давай, ты перезаряжай, господи, это побыстрее мог бы это все делать. Саркибузи, да? Ну, трындец, ребята, у меня закончились патроны. Ты прикинь, как вовремя, а? Давай, посмотрим, хватит ли мне этого запала, чтобы с ними разобраться. Я не могу понять... Все? Блин, вот ты объясни мне, вот объясни мне на милость, с чего у меня заканчиваются, извинения, патроны? М? Что я тут должен сделать? Посмотреть опять видосик? Не получится, ребята. Гемов у меня нету, как ты понимаешь. Вот так могу сделать. Трындец. За билеты купил гранаты, ребята, и воспользовался. Да, Соня, ты меня подвел, конечно. Почему так быстро заканчивается, ума не приложу. У кого-то дофигища, а у кого-то вообще нифига. Так, 62 монеты. Фрости и Джо. Поехали дальше. У нас с тобой еще там есть где повоевать. Ага, это у нас... Тихо! Зачем я нажал? Блин, я хотел поменять, ребята. 60 секунд. Продержаться еще день. Ну, давай попробуем. Оу. Каска. Эй, дурики в касках идут. Так, ладно. 60 секунд, да, продержаться надо. Белки. В плане. Блин, я думал, сейчас их подобьем, ага. Подбил. Давай, 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 родной. Куда вы прете, а? Ну-ка. Еще одну. Все, гранат у меня больше нету, если хочешь знать. 7 секунд. Буду сейчас забрасывать тут налево и направо. Есть, я успел. Я успел, друзья мои, выжить. Так, и, по-моему, получим сейчас с тобой бонус. Если я не ошибаюсь, конечно. Так, ну это обычный сундук у нас. Получаем сколько там? 36 монет. Sony и Paper. А большой сундук не? Не заслужили мы с тобой еще, что ли? Значит, это будет на следующем уровне, получается, да? Нет, вот он, друзья мои. 95 монет. Вэй, 14 карточек. Джо, 14 карточек. Пейпер, 13 карточек. И Гемы, 10 штук. Слушай, шикарно. Так, давай-ка я зайду сюда. И что их там? 258. Я могу проапать. Я могу проапать. И, слушай, может быть нам... Тихо-тихо-тихо-тихо, подожди. Подожди. Сосед Вилли получает 5-й уровень. Так, соответственно, открывается у нас. Поздравляем, теперь у тебя есть гранатомет. А кузена не будет у нас, что ли, получается? А на 6-м уровне что у нас откроется? Ну-ка посмотрим. Ага, кузен Рой открылся. То есть нужно прокачать его до 8 уровня. Ну что, поиграем за него, ребята? Один уровень. Да? Сколько здесь? Ё-моё. Давай, поехали. 13-я миссия. Сосед Вилли с 6-м уровнем. Бригада лесорубов. Чё-то как-то... Хочешь мое мнение, ребят? Чё-то он как-то фуфловенько строчит. Ну,
Ой, как фуфловенько он строчит. Чё-то меня вообще не устраивает этот соседушка наш. А, он, когда попадает, ребята, он оглушает противников. Ну, слушай, это может, может как-то сыграть нам на руку. Блин, перезарядку пока сделает, а? Ты серьезно, блин, сейчас? Ну давай-ка, все, завалили, справились. Так, у нас есть капканы. Я уже забыл, что делать капканы. Сейчас будем проверять, вспоминать. А на тебя капкан не действует, да, я так понимаю? Жучара-то навозный. Курица, валите нафиг. Блин, давай бросай свой капкан. То есть то же самое, да? Мы получаем, ребята, элементарное оглушение. Лесорубы пришли. Ну, трындец, кончились патроны. Ты прикинь, все, блин, вовремя. Капканы у меня только остаются. Капканы, оказывается, на уточках, на надувных. Я раньше как-то этого не замечал. Ну что, друзья мои, я думаю, что, наверное, на сегодня будем закругляться. Так, 39 монет. Вэй и Тормоз Джо. Будем закругляться, обязательно продолжим уже в следующей серии. Да, и тут осталось-то у нас, кстати, шиш да не шиша. 35 уровень последний, а мы уже с тобой на 14. Грубо говоря, 20 уровней. И все, игра пройдена. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.